Запомните одну фразу. Если я жду, я не создаю. Эта фраза поможет вам избавиться от лишних мучений, страданий телодвижений, когда вы пытаетесь что-то материализовать в своей жизни. Если вы чего-то ждете, вы сейчас, в этот конкретный момент, не создаете то, что вы хотите. Когда вы что-то ожидаете, вы находитесь в состоянии, во-первых, неимения того, что вы хотите, в состоянии ожидания говорить, что мне это нужно и у меня этого нет, что еще и еще раз создает реальность, в которой этого у вас нет. А во-вторых, само состояние ожидания говорит, что у вас недостает реальных действий в сторону того, что вы хотите. Внимательно за собой наблюдайте. И каждый раз замечайте, если вы чего-то ждете. Ждете, что найдете хорошую работу. Или ждете, что она вам подвернется. Ждете, что у вас скоро появятся деньги. Если вы ждете, что сейчас наладится ваша личная жизнь. Если вы ждете, когда кто-то сделает что-то для вас. Если вы ждете, вы не создаете. Находитесь в состоянии того, что у вас есть то, что вы хотите, поэтому вы не ждете, и тогда то, что вы хотите, реализуется намного быстрее. Перестаньте ждать. Находитесь в состоянии, что у вас есть то, что вы хотите. Или оно находится на пороге, поэтому вы идете открыть дверь этому новому, что вы ждали в своей жизни. Перестаньте ждать, начинайте действовать и начинайте приглашать и впускать в свою жизнь то, что вы так сильно хотите. Удачи!